بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры приветствуем вас на телеканале Хадия ТВ 3 на передаче философия восстания имама Хусейна да будет мир ему и мы с вами рассматривали четыре основных причин почему имам Хусейн восстал против узурпатора Езида да проклят его Аллах. И хотелось бы напомнить, для рассмотрения данных причин мы пригласили к нам в студию Ходжатул Ислам Аль Мусуми Шейх Курбан. Шейх Курбан, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Шейх Курбан, как было сказано, мы с вами рассматривали причины восстания имама Хусейна, да будет мир ему. И мы с вами рассмотрели первые три причины. И хотелось бы напомнить то, что третья причина, которую мы рассматривали, заключалась именно в соблюдение постулата, обязательного постулата ислама, это «Аль-Амру биль-Ма'руф ва-Нахи ан-Мункар». И мы с вами рассмотрели данную тему, также привели аяты Корана относительно данной обязанности мусульман, и также хадисы от имама Хусейна, да будет мир ему. И что можно было бы еще сказать относительно данной причины? Или мы, в принципе, я думаю, полностью рассмотрели данную причину? Или есть еще что-то сказать? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Мы из речей самого имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, увидели, что он сам открыто и ясно говорил о том, что эта заповедь, исполнение этой заповеди является его целью, причиной его восстания, в частности, в разговоре со своим братом, с Мухаммадом ибн Ханафия, его светлость указывал на это, открыто указывал. Также мы постарались рассмотреть тот вопрос, насколько значимым с точки зрения ислама, насколько значимой заповедью это является приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, которое, как мы уже говорили ранее, является исключительно практической стороной религии, практическим вопросом, вопросом, который касается исключительно практики. То есть это не просветительская деятельность, это не какая-то это не деятельность по обучению и даже не деятельность по призыву, это воплощение идеалов ислама в жизнь и борьба с антиидеалами, антиисламскими идеалами. Мы постарались рассмотреть и увидели из аятов Священного Корана, и из преданий от непорочных, что это очень важный вопрос, значимый в частности для существования, для того, чтобы исламское общество имело свое продолжение. Это является непременным условием. Без этого условия общество, исламское общество, именно как носитель исламской культуры, исламского учения, исчезнет с лица земли, точно так же, как исчезли все остальные общины до этого, которые оставили эту заповедь, оставили это деяние. То есть те 9 практических постулатов, которые существуют в исламе, они зиждятся и основываются именно на этом постулате, правильно? Конечно, они все держатся на этом, без них, без этого, без это то, что проповедует Священный Коран, это то, что проповедует ислам. Молитва, пост, самые важные заповеди ислама, важнейшие заповеди ислама. И даже дело здесь не в заповедях ислама, не только в заповедях ислама, есть и другие аспекты, идеологические стороны религии. Все, весь ислам, и не только ислама, и даже более того, исламское общество, как общество-носитель определенной культуры, определенных взглядов, определенных идеалов. Я говорил ранее об этом. Христианское общество, оно исчезло с лица земли. На сегодняшний день ее не существует, христианской культуры, христианского общества не существует. Ее нету.
Вы можете говорить, что христиан в мире миллиард, полтора миллиарда, два миллиарда, но это люди номинально христиане. И это общество номинально христианское. Угу. То есть вы имеете в виду соблюдающих христиан? Что это? Дело не в том, что соблюдающие, мы не говорим об отдельной личности. Может, мы и найдем какого-нибудь христианина, соблюдающего и так далее. С этим мы не спорим, мы говорим об обществе. Угу. Есть ли общество христианское? Нету. Общество, то есть мы, если видим христианина, то мы видим христианина, который, и точно так же иудея, видим христианина и иудея, который является таковым в определенных рамках, в определенные дни, в определенных местах, в определенное время. В жизни он не такой, он не может быть таким, он не может быть настоящим христианином, живя в таком обществе, потому что общество проповедует, пропагандирует и исповедует абсолютно другое. Человек, другие курбан, взгляды. Разве нельзя то же самое сказать про мусульман? Разве все мусульмане являются, ну, общество, допустим? Существует исламское общество, существует общество, которое является носителем этой культуры. Существует общество, которое исповедует эту религию и на общественном уровне, как общество. Не как индивид, не как какая-то определенная личность, определенный человек. Угу. Не как Хасан, Зейд, Мухаммад и так далее. А как общество uh-huh. исповедует и является носителем этой культуры, этих взглядов, этого учения. То есть, и это благодаря вот uh-huh. этой заповеди. Само общество считается исламским, несмотря на то, что есть среди этого общества люди, которые все-таки... Да, это имеют... разные вопросы. Вопросы uh-huh. личности, вопрос общества, это абсолютно разный вопрос. Uh-huh. Когда мы смотрим на христианский, тот мир, который называется христианским, по совести, положа руку на сердце, мы видим, что нет никакого христианского общества как такового. Даже элементарнейшие христианские заповеди попираются этим обществом. Шейх Курбан, я вспомнил, мы однажды с вами как-то беседовали вне передачи, и мы с вами говорили о той или иной, скажем так, группе лиц. Мы говорили то, что как индивиды, как, скажем так, отдельно, если взять этих людей, они никакие. А как общество, они на самом деле хорошее общество, именно кто, сильное кто общество. Они? Ну, говорили о некой группе лиц, не буду говорить, про кого мы с вами конкретно говорим. Ну да, это абсолютно разный вопрос. И да. Вопрос индивида, личность, это разный вопрос. И здесь можно долго говорить о том, насколько отдельный индивид влияет на общество. Но есть даже в той же самой психологии, есть разные разделы психологии, личностная психология, общественная психология. Это разные вещи, и у них разное поведение, разные законы царят в этих двух мирах, в мире определенной личности или в мире общества. Это разные вещи. И то, что сейчас мы наблюдаем, конечно, и все прекрасно понимают, что большинство стран, большинство мусульман, большинство мусульманских обществ, они также номинально являются мусульманами. Это мы констатируем с горечью, мы констатируем это с сожалением, с величайшим сожалением. Но что именно? То, что они номинально являются мусульманами? То, что все-таки многие общества мусульманские, многие мусульманские группы, они номинально мусульмане. Это номинально мусульманское общество. А реально мусульманские идеалы не исповедуются этим обществом. Но несмотря на это, к счастью и благодаря вот этой заповеди, благодаря в том числе действиям его светлости имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, все-таки в определенных обществах существует общество, существует мусульманское общество, которое сохранило эти идеалы и проповедует эти идеалы, и демонстрирует, что самое главное, демонстрирует эти идеалы миру. Демонстрация, как бы с первого взгляда это не казалось незначительным, это очень значительная вещь. Демонстрация, то есть недостаточно просто исповедовать какую-то ценность. Нужно демонстрировать то, что ты это исповедуешь. Это очень важно. Вот, например, представьте себе, то есть вот произошла революция какое-то время назад, так называемая буржуазная революция и другие революции, в частности, во Франции происходили, в результате которых произошли определенные изменения в западном мире. Это, в частности,
образования, были определенные реформы в области образования. И в частности, что я, на чем я хочу акцентировать внимание, некоторые реформы и революции касались именно женщин, свободы женщин, потому что ну, до этого были определенные ограничения в правах женщин, где-то не позволяли им голосовать, где-то им ограничивали свободу получения образования, где-то они имели проблемы с работой и так далее. Но в результате этих реформ, которые отчасти были хорошими в западном мире, которые произошли, женщины обрели определенные свободы. Но эти свободы стали ассоциироваться с развязанностью, к сожалению. То есть считается, что чтобы женщина могла быть умной, свободной, независимой, самодостаточной, как с материальной точки зрения, так и с других точек зрения, она должна быть развязанная. Угу. Понимаете, эта ассоциация появилась на тот момент. Считали, что если женщина она целомудренная, если женщина, например, покрытая, придерживается определенных религиозных взглядов, то она не может быть самодостаточной, образованной и так далее, свободной и так далее. Она считается, что расценивается как некая вещь, а не как человек, не как личность. А тут вы представьте себе, существует общество, в котором женщина целомудренна, но при этом образованна, умна, свободна, самодостаточна. И это пример для всего мира. Я в качестве примера это всего привожу. Можно множество примеров из других областей, и другие примеры относительно ценности ислама. Такое отношение появилось именно на основании как раз до этого принципа, который мы с вами обсуждаем. Это да? Все сохранилось, да. То есть, видя весь остальной мир, видя, что существует общество, в котором живут целомудренные женщины, но при этом они образованные, самодостаточные и свободные. Это все всему миру говорит о том, что чтобы быть образованной, в частности, не обязательно быть распущенной, развратной. То есть это не обязательно. Это пример. Это пример для всего мира. Спасибо вам большое, но мы вынуждены прерваться на перерыв, после чего продолжим. Уважаемые телезрители, после небольшой паузы мы снова продолжим наше обсуждение. Уважаемые телезрители, мы снова с вами, и вы находитесь на передаче «Философия восстания имама Хусейна, да будет мир ему», где мы с вами обсуждаем причины восстания имама. И мы пригласили к нам в студию Худжатуль Ислам Аль Мусульмин, шейх Курбана, хотел бы его представить вам. Шейх Курбан, я снова приветствую вас, и мы с вами говорили о данной, скажем так, причине, это «Аль-Амр Биль Маруф Ва Нахй Аниль Мункар», мы сказали, насколько важна эта причина, и хотелось бы продолжить. Да, говоря о том, насколько это важным является, мы как бы довольно-таки долго и подробно об этом говорили, но какое влияние оказало это? На самом деле о том, какое влияние восстание имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, оказало на исламский мир, мы, опять-таки, здесь можем много чего сказать, но достаточно слов самого имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Он сказал, я ранее приводил на одной из наших обсуждений слова имама Хусейна, который сказал,
على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براء مثل يزيد. То есть нужно прощаться с исламом, если этой уммой будет править такой человек, как Езид. Езид, имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, когда Валид ибн Утба и Марван ибн Хакам вызвали его к себе, его светлость к себе, чтобы взять с него присягу, он там перечисляет особенности. Он говорит, что يُلْئِنُ الْفِسْقَ وَالْفُجُورِ. То есть он открыто совершает грехи, он пьет алкоголь и делает это открыто, открыто совершает, нечестие, открыто совершает грехи, открыто исповедует, пропагандирует и исполняет эти греховные действия. Это все делается открыто. То есть он явно, открыто и ясно говорил об этом, о том, почему он не хочет присягать. И мы также прекрасно знаем, что после мученической гибели его светлости имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, в исламском мире люди очнулись. Отчасти очнулись люди. Очнулись и поняли, в каком мире они живут. И кто ими правит. И были подняты восстания в таких городах, как Мекка, Медина. Мы об этом прекрасно знаем. И знаем, какие зверства творили люди и войско Езида в этих городах. Это в книгах очень подробно описано. Они насиловали мусульманских женщин. И даже в некоторых книгах приведено, сколько детей было рождено после того, как они напали на Медину. Рождено от женщин, которые никогда не были замужем. Сколько они убили сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. И что нечто подобное произошло и в Мекке. Они не просто напали на Мекку, более того, подожгли дом Бога, то есть Каабу, подожгли Каабу. То есть результатом всего это было падение власти Езида, ослабление его. Он, конечно, умер через какое-то время, внезапной смертью умер, но в любом случае, что произошло? Те, которые пришли после Езида к власти, они уже никогда не думали о том, чтобы вести себя как Езид. Они получили урок. Они получили урок с опыта, из горького опыта Езида. То есть далее уже никогда в истории такого не было, чтобы они открыто проявляли свое отношение к исламу, к ценностям ислама, как это делал Езид. Езид открыто издевался над исламом, открыто исповедовал и пропагандировал антиисламские ценности. После этого события этого уже не было. И поэтому, благодаря этому, в мусульманском мире сохранилась эта культура, мусульманская культура. Его светлость имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, своими действиями не дал произойти катастрофе в исламском мире. А именно, не дал мусульманам, исламскому миру вернуться в период невежества, в период джахилии, до исламскому периоду, с культурной точки зрения, с нравственной и духовной точки зрения. Это ту роль, которую сыграл в этом отношении его светлость и восстание его светлости. Шейх Курбан, вот мы, я думаю, было бы хорошо, если перешли к следующей причине восстания имама Хусейна, да будет мир ему, так как мы подробно с вами рассмотрели эту тему, именно третью причину. Да, еще одной причиной, уже четвертой причиной, является некая вещь, которая названа в Священном Коране как таблих. Угу. В нескольких аятах Священного Корана приведено это слово. Я приведу только несколько аятов, в частности, про пророков это сказано, это слово использовано. Например, в суре Маида, это пятая сура, трапеза, 99-й аят, сказано «Ауду биллахи мина шейтан и раджим». «Ма аля расули илля аль-балаг». То есть обязанностью посланника является донесение. То есть то самое слово «таблих». «Балаг», «таблих» — это однокоренные слова, и значение у них одинаковое примерно. То есть обязанностью посланника является «таблих». Это то, что сказано в Священном Коране относительно. Это является обязанностью
пророка. Есть и другие аяты, например, 79-й аят. 7 суры. Алладина юбаллигуна рисалати Аллахи ва яхшаунаху. Ва яхшауна ахадан. Ва ла яхшауна ахадан илля Аллах. Те, которые донесли послание, послание Всевышнего, боятся его и не боятся никого, кроме него. То здесь это также качество приближенных Всевышнего. Угу. Таким образом, мы видим, что эта миссия, эта обязанность донесения является обязанностью посланников, но не только посланников. Дело в том, что эта обязанность, вне всякого сомнения, касается также и других людей, не только посланников. Но у нас времени, наверное, нету, все-таки не успеем. Я только скажу разницу, потому что некоторые могут не понять, в чем же разница между таблигом и аль-амру биль маруф. Я думаю, что эта разница займет меньше 2 минут, потому что у нас времени нету. Да, разница я ранее разъяснял. Разница, я думаю, что согласно тому, что было ранее сказано, это понятно должно быть. Таблиг – это просветительская деятельность. Это просвещение людей. Просвещение людей, обучение ислама, о послании Всевышнего, об откровении и так далее. Это просвещение. А аль-амр биль-ма'руф – это воплощение. Это не просвещение, как я ранее говорил. Угу. Это воплощение идеалов в жизнь. И борьба, практическая борьба с антиидеалами. Это вот разница между ними, но так как времени нету, и я думаю, лучше приступить. Да, шейх Курбан, лучше приступить к скорбной речи. Есть, конечно, да, некоторые вопросы, которые иншаллах, я вам тогда задам продолжим на следующей передаче. Да. Итак, это также Лухуф Саид ибн Табуса. Здесь описаны ряд событий, которые произошли в день Ашуры, на 10-й день, день, когда его светлость пал мученической смертью. Но я хочу привести один отрывок, который касается одного из самых тяжелейших моментов, который, одного из самых тяжелейших событий, которые произошли в этот день. Здесь сказано следующее. وَلَمَّ رَأَ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُصَارِعَ فَتَيَاتِهِ وَهِبَّتِهِ أَزِمَ عَلَى لِقَاءِ الْقَوْمِ بِمُحْجَتِهِ. Когда имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, увидел, что все его сподвижники, все члены его семьи, все его помощники, все люди, которые готовы были умереть за него, сражаться за него, все боеспособные люди, которые на это готовы были, все они пали, пали мученической смертью, он решил попрощаться со своим семейством, попрощаться со своими родными и уже отправиться самому на поле битвы. وَنَادَى هَلْ مِنْ ذَابٍ يَذُبُّ أَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ. И тогда его светлость стал призывать, есть ли кто-нибудь, кто может защитить дом и семейство посланника Аллаха. هَلْ مِنْ مُوَحِّدٍ يَخَافُ اللَّهَ فِينَا. Есть ли кто-нибудь, кто боится Бога ради нас. هَلْ مِنْ مُغِيثٍ يَرْجُ اللَّهَ بِإِغَاثَتِنَا. Есть ли кто-нибудь, есть ли помогающий, который помог бы нам. هَلْ مِنْ مُعِينٍ يَرْجُمَا إِنْدَ اللَّهِ فِي إِعَانَتِنَا. Есть ли кто-нибудь, кто готов помочь нам, надеясь на довольство Аллаха, надеясь на Аллаха. فَرْتَفَأَتْ أَسْوَاتُ النِّسَى. И услышав эти возгласы имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, который уже, можно сказать, выполнял последнюю свою обязанность, чтобы в судный день ни у кого из слышащих его и видящих его не было оправдания. Таким образом, он лишал их всякого оправдания и призывал их перед тем, как отправиться на поле битвы, призывал их помочь ему защитить семейство посланника Аллаха. И поэтому семейство, которое находилось в палатах, они, услышав эти возгласы, стали плакать. فَرْتَفَأَتْ أَسْوَاتُ النِّسَاءِ. Женщины стали بِالْعَوِيلِ громко плакать. فَتَقَدَّمَا إِلَى بَابِ الْخَيْمَ وَقَالَ لِزَيْنَبِ. И тогда его светлость имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, направился к ним и сказал своей сестре Зейнаб.
навелини валадиль сагир хатта уваддиаху. Принеси мне моего маленького сына, моего маленького ребенка, чтобы я попрощался с ним. Дело в том, что имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, взял с собой своих детей и женщин, в том числе среди них был и шестимесячный Али, Али Асгар. فأخذه وأومع إليه ليقبله فرماه حرملة ابن الكاحل الأسدي بسحم فبقى في نحره. И когда имам Хусейн алейхиссалату вассалам взял своего шестимесячного сына на руки и хотел обнять его, чтобы попрощаться с ним, в этот момент некий человек по имени Хармала ибн Кахил выстрелил стрелой и попал ему в горло шестимесячного ребенка. فَذَحِبَهُ فَقَالَ لِزَيْنَبْ. И эта стрела убила его, убила этого шестимесячного ребенка, и тогда его светлость отдал тело своей сестре. ثُمَّ تَلْقِ الدَّمَ بِكَفَيْهِ فَلَمَّا إِمْتَلَأَتَ رَمَى بِالدَّمْ. И тогда имам Хусейн, алейхиссалату вассалам, та кровь, которая текла от этого младенца, наполнил этой кровью свои ладони, и когда ладони были наполнены, он бросил эту кровь نَحْوَ السَّمَا ثُمَّ قَالَ هُوِّنَ عَلَيَّ مَا نُزِلَ بِي إِنَّهُ بِإِنِ اللَّهِ. Когда его ладони были наполнены, он бросил эту кровь в сторону неба и сказал, что эти страдания, эти трудности не являются для меня трудными, они облегчены для меня с помощью Всевышнего. Спасибо большое, шейх Курбан. Я прошу прощения, наше время подошло к концу. Мы вынуждены прощаться. Спасибо за то, что вы разъяснили и прочитали нам данную скорбную речь. Уважаемые братья и сестры, наша передача подошла к концу. Но обязательно на следующей передаче мы продолжим обсуждать данную тему. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.